Всем привет! Сегодня у меня наконец-то расцвел Лео. Это сорт российской селекции. Но он такой маленький, честно. Я не знаю, там будет ли 10 сантиметров. Мне уже, честно, даже как-то непривычно. Ой, чуть не упала. Но он такой небольшой, но такой ляпистый. Такой прям тигренок, правда. У него серединка желтая. Вот, блин, как я и хотела желтая серединка. Он такой прикольненький. Если на солнце его попробую вытащить. И мне кажется, он цвел вчера, а не сегодня. Потому что он максимально закрывается все быстрее и быстрее. Я, в общем, наверное, пропустила его цветение, как положено. Классно. Ветерок подул. Ну-ка, еще подует, не подует. Мне надо, чтобы он... Ой, не могу, неудобно мне держать сейчас. Выкину этот поднос, я его держу тоже рукой. И вот он весь. Сейчас. Цветочек, правда, мелкий. Но красивый. А я люблю желтогорлых. Сама пытаюсь раздуть. Получается. В общем, ладно. Не буду я его мучить. Он все равно уже закрывается. Ну, посмотрим. Там еще бутончик есть. Надеюсь, я его увижу. Следующий бутончик. Всем спасибо за внимание. Всем пока.